По случаю международной встречи братства, которая будет проходить в Ватикане, сотни фермеров со всей Италии с субботы 10 июня по воскресенье 11 июня 2023 года с 10 утра будут продавать свои фермерские продукты, готовить прямо на площади пасту, пиццу, мясо, то есть первые блюда, вторые блюда, гарниры или уличную еду всего лишь за несколько евро. Таким образом, организуют сбор средств для бедных и раздача еды наиболее нуждающимся. Для них поставлен стол братства. Это мероприятие будет проходить на улице Кончиляционе. А также все желающие могут купить продукты и оставить в корзине для нуждающихся. Когда проходят такие фермерские рынки, для туристов это уникальная возможность попробовать и купить фермерские продукты. Дорогие друзья, если кто-то из вас в эти дни будет в Риме, обязательно сходите на фермерский рынок на улице Кончиляционе. Thank you.